Здравствуйте, 47-й. Прежде всего, от имени агентства благодарю вас за то, что продолжаете работать с нами. Сейчас вам предстоит вернуться в Санкт-Петербург. Кажется, предыдущее убийство сильно напугало оставшихся генералов. Все они теперь проводят собственные расследования, чтобы узнать, кто убийца. Наш заказчик этим очень недоволен. Их нужно остановить. Нам стало известно, что генерал Макаров собирается встретиться с главой местной бандитской группировки. Он хочет попросить защиты и узнать что-нибудь об убийстве. Их встреча пройдет в парке Кирова, уединенно и в то же время на людях. У нас есть старая запись об их предыдущей встрече. Наша разведка докладывает, что они встретятся сегодня в 14:00 по местному времени. Сверьтесь с картой. Они оба прибудут на бронированных лимузинах ЗИЛ-115, но с различным сопровождением. Обратите внимание на дорожно-пропускные пункты и охранные патрули. С ними нужно быть осторожнее. На пирсе вы найдете необходимое снаряжение. 47-й, вам предстоит предотвратить встречу и ликвидировать обе цели. Ладно, так и сделаем. Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Егорыч. И я, Брайтовский. В этой миссии мы должны убить генерала Макарова, второго генерала со встречи, и его знакомого по имени Игорь Кубаска. Сейчас посмотрим данные миссии. Вот. Ну, Игорь Кубаска вроде как обычный гражданин выглядит. И встреча пройдет, если я не ошибаюсь, в парке Кирова, да? Да, как раз. Как раз у нас на улице Кирова девятиэтажка стоит. Но парка там, к сожалению, нет. Да, сейчас посмотрим видос, где они встречались в прошлый раз. Ну, хотя Игорь Кубаска, да, он с усиками, так что его можно будет отличить от других гражданских. Сделаем мы это убийство, зайдя, точнее, поднясь на одну из вышек, то есть к самому парку приближаться не стоит. И... Слушай, ты ошибся. Это, как я понял, уже не лучший вариант, поэтому мы так делать не будем, мы поступим по-другому. Да, ты уже новый придумал? Да. Вот, выбор оружия. Как видите, у меня уже полная коллекция. Мне даже модифицированная снайперка WA-2000 доступна. Хотя достать ее практически нереально, но я сумел. Так, скальпель, это вообще из последней миссии. Ну, короче, моя коллекция полная. Сейчас скажу, что вам понадобится. Да вообще ничего. Огнестрельного, я так говорю. Так, ну, боевого ножа у вас еще нет, так что берите кухонный по привычке. Пистолеты обязательно. Нож. Хлороформ обязательно, я говорил вам про эту штуку. Сегодня она как раз нам понадобится. Ну, два пистолета не обязательно. Все, начинаем. За стелс в этой миссии же что-то дают? Да я не помню, вроде как не дадут. По-моему. Ну тогда вам и не обязательно проходить ее на стелс. По-моему, в следующей, или там миссия в посольстве, где будет, вот там вроде как должны дать М-ку за стелс. Так, вот так, походу, генерал Макаров едет, так как Игорь Кубаска будет с другой стороны. Знаете, в этой миссии такая тупость, то что гражданским нельзя переходить дорогу. А наше снаряжение находится в помойке. Кстати, спасибо тебе большое, Диана, мы будем как мусорщик сегодня.
Да, во вторую часть часто снаряжение в помогу склад, например, в миссии той же, тоже в Питере, это тоже там какая-то праздник, встреча там, что ли. Помню, я не помню где, ты помнишь? В каком-то там тоже посольстве. В каком-то посольстве? Да не, да, там еще официанта это. Сначала начинаешь его возле водки там. Официанта. А, да-да-да, я про это посольство и говорил, про миссию в Питере. Только никакого официанта мы там убивать не будем, я придумал новое прохождение. Вот, тут снайперка, но не нужна нам, заберите только две бомбы. Отсюда. И вот сегодня мы уже начинаем действительно быть подземной крысой. Спускаемся в нашу любимую канализацию. Вот тут вот реально можно заблудиться. Здесь канализация еще более запутанная, чем в прошлой миссии, так что сверяйтесь на всякий случай с картой. Я уже запомнил пути, так что я могу не сверяться. Так, нас предупреждают, что цель уже на месте. Ну, торопиться вовсе не обязательно. Вот, поворачиваем налево, как только выйдем в тоннель. И на первый же поворот налево. Вот. И если вы побежали правильно, то сейчас вы должны оказаться под машиной. Вот, я побежал правильно. Вот и все, очень удобно. Ставим бомбу прямо... Ой, блин, струну достал зачем-то. Подкладываем бомбу прямо под машину. Все. Интересно, почему разрабы поменяли название? Была струна... В третьей части тоже, да, струна? Да, везде струна. Только вот почему-то в Bloodmoney удавка. Да, в Bloodmoney удавка. Ну, в принципе, удавка-то получше, мне кажется, чем струна. Да, а тебе не кажется, что это одно и то же? Так, вот, перебегаем через коллектор и идем дальше. Если кто не помнит, вот... Да, вон там вот, вначале мы вылезли вот отсюда, вот. Вот, отсюда, вот. Ой, наверное, пробежал. Да, вот, пробежал я, вот сюда вот бежим. Это уже другой тоннель. Теперь запоминайте. Нам нужно попасть в третий поворот направо. Первый пробежали. Вон, я второй вижу. Это второй. Нужно в третий поворот направо. Это, вот мне интересно, какой год? Это в Питере. В каком году мы находимся сейчас? Я не знаю. Просто там как-то все старомодно, как будто, не знаю, после Второй мировой. Да в Питере, мне кажется, и сейчас так все старомодно. Нет, ну, в принципе, посмотри, там горожан какие, они одеты как бомжи какие-то, я не знаю. И их мало причем. Или это райончик такой, не знаю. Ну, хотя да, что-то есть устаревшее в этом роде. Так, если вы бежали правильно, сейчас мы должны оказаться в дворе. На заднем дворе дома, где еще стоит ящик с пивом, только вот что он тут делает, я не знаю. Но хотя все равно спасибо, ведь он послужит нам хорошим укрытием. Значит, сейчас мы должны дождаться водителя лимузина. Думаю, вы уже догадались, что я с ним сейчас сделаю. Только вот ждать его долговато. Я за ящиками специально прячусь, потому что там солдаты ходят. О, вон водитель идет, так что не высовывайтесь. Это как бы зона охраняемая, так что гражданским тут находиться нельзя. Приготовьте хлороформ, и вот теперь я поясню, как им пользоваться. Я сам поначалу не понимал, но теперь я разобрался. Нужно удерживать клавишу атаки при усыплении человека, чтобы он уснул насовсем, а то на 5 минут там ляжет и все, и проснется.
Конечно, в режиме подкрадывания Хитман как сонная черепаха, но не переживайте. Он не успеет застегнуть ширинку, как мы его захватим. Нажимайте и удерживайте левую кнопку мыши, чтобы Хитман ввел в него дозу хлороформа. Нанюхался, чувак. Теперь надо успеть подложить бомбу, пока он не проснулся, этот водитель. Прости, конечно, что я тебя в трусах тут оставил. В такой лютый мороз, ну. Ну, отморозите аппарат. Ну, одежда вроде как одинаковая, что водитель в коднейм 47, что и здесь. Только странно, в первой части почему-то Китай, а тут Россия, но одежда, тем не менее, одинаковая. Странно. Подходим к лимузину, не дергаемся, чтобы нас не спалили. Только я вот до сих пор не понял, как Хитман подложил бомбу при охраннике. Единственное, что он, наверное, не туда смотрел. Поэтому 47-й, наверное, успел подкинуть, он же это больше всего умеет. Ой, я опять же ошибся. Не больше, а лучше, как в прошлой миссии, так и здесь. Прошу прощения. Недавно ко мне в друзья добавился композитор игры Джеспер Кит. Ну, разумеется, это его псевдоним. Я не знаю, кто там под его страницей. Короче, фейк какой-то, дебил. Не знаю, наверное. Да, конечно, фейк, что ты гонишь? Джеспер Кит ВКонтакте сидит, что захотелось? Ну, а вдруг? Да нет, Егор, он там, если и будет сидеть, то только в Твиттере. Так что это уже исключено. Ну, просто я лично вам скажу, что мне вот нравятся саундтреки Джеспера, который он написал для серии Хитман. И, мужик, я не знаю, кто там зареган под Джеспером, но если ты это смотришь, передай своему псевдониму, что у него хорошая музыка. Мне правда нравится музыка Джеспера, я просто как бы... Не обязательно с игрой, я просто скачиваю и слушаю ее. Не обязательно даже свою включать, когда играю во что-либо. Например, в того же самого Хитмана можно просто играть и слушать саундтрек Джеспера. Хорошая его музыка. Опа, я слышу двери лимузина. Да, уши меня не подводят. Цель покидать территорию, сейчас взорвется. Первые цели конец. Так вот, кто из них был, я не знаю. Скорее всего, Игорь Кубаска. Кубаска. Кубаска, да, тут странные очень имена использовали. Мы это подметили в коднейм 47, но... Вот я сам уже начинаю жалеть, то что мы очень жестко ругались матом. Еще раз извините нас, друзья. Так, вторая цель только что подорвалась. Сейчас подождем, пока солдатик уйдет. Не обязательно при нем вылезать. А то сейчас подойдет, скажет, ты кто такой? Что ты делаешь в нашей канализации? Сейчас тебе яйца стрелю. А, он походу взрыва испугался, поэтому там и стоит. Да, и уходить, наверное, не собирается. Это плохо. Значит, мы будем... риску себя подвергать. Как только он отвернулся, вылазим. Он на нас ноль внимания, поэтому идем к нашему пирсу и продолжаем водную экскурсию по Питеру. Только на этот раз мы приплывем уже в канализацию, оттуда вылезем на Невский проспект и поедем на базу убивать следующего генерала. Но это будет прямо сейчас. Давайте продолжаем дальше. Сейчас будет очередной инструктаж от Дианы. Немножко поясню. Мы решили объединить миссии, поскольку тут они без перерыва. Сразу же, друг за другом. Я думаю, будет тупо, если мы поодиночке будем снимать. Так что все, давайте дальше. И слушаем инструктаж, уже новый. 47-й, это Диана. Великолепно. Наш клиент очень доволен. Но он хочет остановить и двух оставшихся генералов, прежде чем они доберутся до истины.
Мы получили информацию из надежных источников о том, что один из этих генералов, Михаил Бардаченко, допрашивает людей в подвале здания на Невском проспекте, которое принадлежит военным. Видео было снято скрытыми камерами почти 2 дня назад, поэтому мы должны спешить. Где-то в лабиринте коридоров этого здания находится ваша цель. Проследите, чтобы пленник, которого допрашивали, смог сбежать целым и невредимым. Ваше снаряжение, обозначенное как БДК, находится на складе возле ящика сразу за главным входом. Ходят слухи о том, что на генерала готовится покушение, поэтому охрана усилена. После выполнения задания у вас будет только один выход. Взорвите стену и пройдите через канализацию в метро. Мы обнаружили только одно место, где стена не очень прочная. Это место мы отметили на карте. Сделайте все чисто. Хорошо, Диана, сделаем все чисто. Итак, наша очередная цель — генерал Михаил Бардаченко. Также нам нужно забрать снаряжение со склада. Это... Бардаченко. Бардаченко, да. Так вот это снаряжение куда обязательнее. Если мы его не заберем, мы не сможем покинуть эту миссию. Застрянем тут навечно на Невском проспекте. Оно отмечено буквами БДК. Но почему-то мне это напоминает пилу. Найдите подсказку, она отмечена крестом. Этот момент мне больше всего нравится. Любимая моя цитата из пилы. Посмотрим фото. Нифига себе, на сей раз мы имеем дело с каким-то пиратом. Сейчас карту глянем. Нифига себе, тут тоннели. Да тут запаришься бегать. Выход у нас здесь, это другая часть. Это подземная база. Давайте посмотрим видео с камер наблюдения на базе. Нифига себе, гопота. Причем рожи одинаковые. А кто там валяется, интересно? В красных трусах. Очень знакомое зрелище. Даю 3 секунды, чтобы вы угадали, кого нам надо здесь спасти. Время вышло, кто отгадал раньше, чем я это сказал, пишите в комментарии. Только честно, я вас умоляю. А то опять будет. Ну за что, Братовский? Как ты думаешь, кого здесь надо спасти? Да блин, что тут думать? Конечно, агент Смита. Смит, неудачник из ЦРУ. Освободить пленника из подвала, 2-й уровень. Ну это как раз и есть. Про то, что, про что я говорил. Ну все. Продолжаем проходить питерскую кампанию. Выход у нас вот здесь. Если помните, он даже на карте был красной стрелкой обозначен. Вылезайте, но не спешите, ни в коем случае. Лучше хлороформ готовьте. И ни в коем случае нельзя создавать шум при движении, а то солдат уйдет. Игра нам дает свой намек на то, что мы должны попасть на базу через грузовик. Ну это понятно. Потом этот солдат проснется, и нам скажут, что типа охрана ищет подозрительного солдата. Но не пугайтесь, к тому времени мы уже будем в форме офицера. Так что бояться нечего, я вас уверяю. Тащите через коробки этого спящего человека вот сюда вот. Не пугайтесь, нас не спалят. Хотя кто его знает. Если хотите, можете забрать калаш себе в коллекцию оружия. Кстати, хорошая пушка. Она мне спасла жизнь в Афганистане. Афганистан напоминает эту историю с твоим батей. Давай сейчас не будем про моего батю. Ну, воевал человек в Афганистане и чё? Стал беззубым психом, чё такого? Ну, это можно было не озвучить, но... Я озвучу. Поскольку так считаю. Так, сейчас мы должны найти коробки, обозначенные как БДК. Вот здесь. Красные буквы БДК. Кстати, кто играл видеоигру
пила. Думаю, знаю, что там на стене написано все красным шрифтом. Там кличка почему-то конструктор, хотя это тупая кличка. Кто со мной согласен, ставьте плюсик дополнительный. Заберите пес с глушителем. Like. Телефон, бомбу, пейджер, прибор ночного зрения. Он тут не нужен. Я заберу. Изменен статус цели. А, ну это типа мы забрали снаряжение. Ну все, теперь идем в нашу таксишку. Такси. Только я не хочу что-то на таком такси ехать. Он так шумит сильно, я вообще не понимаю, как люди на нем ездят, да еще и 12 рублей за проезд платят. Тут хоть за такси 12 рублей платить. Хуже у нас автобуса. За такси там. Ну что у нас за такси? Рублей 50, скажешь? Нет, там километр что-то 50 рублей. Да. А тут 12 рублей. Ну даже Питер. Древние времена. Ты что думаешь, там сейчас дешево ездить, что ли? Там вообще сейчас дорого. Да ладно, пофиг, к игре это никак не относится, так что сменим тему. Братовский прав, меняем тему. Поскольку в игре мы вообще бесплатно катаемся. Мы зайцы, так что про оплату и речи быть не может. 47-й это же наглая лысая башка, он же никогда не платит за проезд. Так, идем за коробочки и подождем, пока солдат уйдет. Лишнее внимание нам не нужно. Идем за ним, только быстро идти не надо. Когда подойдете к нему поближе, лучше не топать, а то еще обернется и за вами пойдет. А меня это ой как бесит вообще жестко. Идем за коробки, чтобы нас внимание не обращали. Вон, я вижу лифт. Высшее командование. Нам туда. Высшее командование. Так, сейчас мы пойдем на первый уровень подвала. Куда-то нам нужно. Да что вы говорите? Самому даже не верится. Игра подарила нам чекпоинт. Я серьезно, я сам не верю. Вот нужен нам лифт, он находится вот прям за этой решеткой. Придется идти через всю базу. Но это даже полезно, так как мы успеем точку отхода сделать. Подождем здесь, пока солдат вернется. Опа-на. Черт, это плохо. Что там еще? Похоже, солдат проснулся раньше обычного. Мы рискуем спалиться. Хотя я обещал, что мы уже будем в форме офицера. Я наврал, так что простите. Если что, если кто-то злится. Одежду офицера мы обязательно добудем, но лучше лишний раз не палиться, так как уже поступила тревога сюда, на базу. Ну это как бы так, фальшивая. Настоящая тревога поднимется, когда мы стену взорвем, чтобы сбежать отсюда вместе с неудачником в красных трусах. Так, сейчас мы зайдем в пост наблюдения. Вот там надо быть особо осторожными. Там будет офицер с калашом стоять, так что
Лучше подальше этим держать и ходить пешком. Что я походу со слова почвы только догнал, какую миссию мы сейчас проходим. Да ты походу забыл. Так, сильно близко к солдатам наблюдающим не подходите, особенно к офицеру. Я-то думаю, что он знает всех в лицо. Вдруг он нам в глаза заглянет и посмотрит. Лысый европеец у нас вроде как бы не работает и начнет стрелять по мне. Это, если я не ошибаюсь, миссия, там еще что-то к двери подкладываешь телефон, я не помню уже, и этот выходит чувачок, офицер или кто он там, капитан, я не помню, и ты его душишь, да? Да, ты глубоко это прав. Это миссия. Да, что-то я реально слоупок. Ой, что-то я не понял, куда я забежал. А, не, все правильно, да, все правильно. Заходим вот сюда вот. Это будет генератор с видеонаблюдением. Именно видеонаблюдение мешает нам добыть форму офицера. Но мы сейчас вырубим камеры одним выстрелом. Вот и все. Теперь видеокамеры нам не страшны. Если понадобится, можем на виду оружие держать свое. Теперь нужно добыть одежду офицера, который находится в офицерском составе. Так вот, добраться туда надо вовремя. Так, это не те двери, что надо. Сейчас смотрите налево и ищите дверь с надписью «Офицерский состав». Вот он. Ломайте замок, только... Мне кажется, что на этот раз... Тор Блистед, ну, разраба IO Interactive, сделал ботов этих очень ушастыми. Они слышат любой шорох, любой звук. Один раз я, короче, взломал замок на метр от охранника, а он ко мне подбегает, говорю, типа, что ты с дверью делаешь, отойди. Как он услышал, я вообще удивляюсь, не понимаю. Ладно, не будем о взломах, поговорим о них позже. Только что добыли одежду офицера. Они продолжают искать подозрительного солдата, но мы ведь не солдат, мы офицер. Хотя я большой разницы не вижу, но для Тора Блюстера это, видимо, особая разница. Так. А вот как правильно, Блюстер или Блюстер? Блистед его правильно. Или Блистед. Так, мини-бомбу, к сожалению, нельзя установить. Придется бросать. Если посмотрите, на пиху похоже. Сейчас подождем, пока солдат отсюда уйдет. И слушай. Пиха, это писька. Ну не писька же. Все. Прошу прощения. Я просто привел Братовскому пример Кэпа. Так, сразу лучше не взрывать стену, надо подождать, пока солдат уйдет. Да и мы тоже должны подальше отойти. Потому что после взрыва сюда вся база сбежится. Нам это ни к чему, верно? Странно, что-то музыка затихла. Да что ж такое, а? Игра лагает потихонечку. Я думаю, эта игра может лагать только на Пентиуме, не знаю, втором, первом, ну, максимум третьем. Ну, у тебя же не такой. У меня круче-то его на сегодняшний день. Кто знает, может, у тебя потом лучше будет, без разницы. Ну, лагает, не в том смысле, то, что как бы с порывами так вот, как лагало на компе. Просто иду, да, потом раз и... Игра замирает. Так, достаем детонатор. И подрываем бомбу. И вот, пожалуйста, музыка уже заиграла. И вот теперь нам лучше тянуть время, потому что...
Сюда вся база начнет сбегаться. Ну, не сюда, в смысле, не к нам, а туда. К месту взрыва. Да ладно тебе, что ты здороваешься-то? Так, идем сейчас на второй уровень. Нифига себе, это что было? Да там пердят автобусы, походу. Эх, скорее бы зиму уже снежками бы их закидать. Не, лучше не зиму, лучше ноябрь. 20 ноября. В этот день наверняка будет липкий снег и выйдет Absolution, чего мы очень ждем. Ну, липкий снег у нас в Сибири. Так что москвичам... У москвичей там вообще снега почти что. Извините, москвичи, облом вам. Так. Теперь достаем пейджер. Бросаем его вот сюда. В трейлере я проходил точно так же. Чё это плюто? Так, теперь берем телефон и звоним на 0736. Ну, я пошутил, конечно, это же телефон редакции Первого канала. Мы еще не исчерпали все средства. Я надеялся, что их не нужно будет применять. Причем их и так не придется применять. Ты уж извини, Бардаченко, я тебя пырнул ножичком. Во! Боевой нож более эффективен, чем кухонный, так что забирайте его себе. Открывайте дверь, а вот и неудачник Смит сидит. Первый канал здесь ни при чем. Я просто решил приколоться. Ты, походу, реально сегодня слоупок. Сейчас будет ролик, где 47-й попросит штаны одеть этого придурка. 47-й? Это действительно ты? Я не могу поверить. Взаимно. Последний раз я видел тебя в Румынии. Кажется, у тебя были некоторые проблемы. Я обязан тебе жизнью. Дай знать, когда тебе понадобится моя помощь. Сначала одень штаны. Хорошо, хорошо. Слушай, я знаю, как отсюда выбраться. Я украл ключ у пьяного охранника. Неплохо. Странно, а где он взял форму генерала? Бардаченко вроде там лежит. Значит, ты украл ключ у пьяного охранника. Ну, хоть в чем-то ты годен, Смит. Вот сейчас нам лучше воспользоваться картой, чтобы подождать удобного момента. Прежде чем подниматься, нужно подождать, пока солдат, который вот здесь вот ходит. Ой, где? Я потерял место. Да, вот здесь вот, где лифт. Вот тут сидит на КПП там, как бы, за столиком, читает книжку. Надо подождать, пока вот этот пойдет обратно, потому что мы там рискуем спалиться. Это будет неприятно. Этот солдат немножко постоит, а потом поймет, что генерал вроде не рыжий, а лысый, причем одноглазый. И немедленно поднимет тревогу, так что нам лучше переждать удобного момента. Вот эта музыка мне нравится. Джеспер хорошо написал. Когда слушаешь в наушниках, там типа в каком-то подвале, блин, заперт. Можно даже представлять пилу, там типа закрыли тебя в сортире. Только вот я почему-то не могу эту музыку найти. Ё-моё! Вот-вот, про это я вам и говорил. Пока прошел ролик, уже лифт закрылся. Так, он пока что стоит, чешет себе яйца. Нам лучше поспешить уйти отсюда. Так, прячемся тут в уголке вот. Где мой, короче, тут? Ё-моё.
Блин, я так боюсь эту миссию проходить. Иди сюда, придурок! Смит, ты походу реально мудак. Уж прости. Мне кажется, что это бесполезная маскировка, он все равно как придурок. Ходит, да еще и двухглазый, в отличие от генерала. Либо солдаты тупые, либо Смит сумасшедший. Так, сейчас сверимся с картой, она мне помогает. Надо узнать, вся база вышла из канализации или до сих пор нет. Да нет, еще не вся. Если вы поняли, я специально тянул время, друзья, чтобы не попадаться на глаза солдатам, когда пойдем к выходу. Еще не все. Ну, чувак, давай же быстрее, солдат-то возвращается. Сейчас еще спалит нас, посмотрит на затылок. Нифига себе, нам. Офицерам-то вроде такие штрих-коды не ставят на затыльник. Все, быстро бежим к двери. Вот наш выход. Дрищ. Прикиньте, у него сил не хватило открыть дверь. Вот я прикололся. Чего себе, 47-й, серьезный тип. Смит ему такую руку дает, типа, да пошел ты в жопу. Все, еще одна миссия в Питере окончена. Как видите, полный стелс, но в награду ничего. Так что я еще раз предупреждаю, что не обязательно проходить каждую миссию на стелс. Особенно... Можно пройти ее как особенно... Рэмбо. Особенно те, где я не придумал стелс. Вот там я буду проходить как психопат Рэмбо. Ну все, сейчас продолжим питерскую кампанию. У нас осталась последняя миссия в посольстве и последний генерал. Его, по-моему, зовут Зубиков. Или Зубков. Не помню, короче, сейчас узнаем. Да, Зуб из деревни. Короче, Зуб. Да, да, да. Как друг твоего бати. Это была такая крикуха у сослуживца. Короче, я не думаю, что это кому-нибудь интересно. Все, продолжаем. Сейчас очередной инструктаж от Дианы. 47-й, говорит Диана из агентства. Вы слушай, а тебе на канале убрали лимит 15 минут? Он отправился в посольство Германии, чтобы просить убежище. Да подожди ты, пускай... Слышь, задание скажут. Дипломат. В нем находится система наведения оружия, которую он попытается продать хорошему покупателю на Западе. Сегодня в посольстве официальный прием, на котором соберутся все сливки общества. Это хорошее прикрытие для вашей задачи. Главное, не забудьте надеть смокинг. К сожалению, нам не удалось получить приглашение. Помните, охрана здесь усиленная, поэтому оружие извне пронести не удастся. И еще. Русским совсем не нравится намерение бывшего генерала бежать в одну из стран НАТО. У нас есть запись, на которой агент спецназа получает приглашение на прием. Посмотрите видео и запомните, как выглядит агент. Мы также записали, как генерал прибывает в посольство. Нам нужен его дипломат. Это стандартная практика МКА. Нам не нужны проблемы с соперниками, 47-й. Повторяю еще раз. Уберите генерала и заберите дипломат. Удачи, 47-й. Хорошо, заберем у тебя дипломат и убьем генерала. Что там говорил про лимит 15 минут? Да, убрали. Да. Вот на моем канале я не знаю, как убрать. Извини, вот, блин. Я тоже не помню, как я убрал. Короче, немного. Там просто видюк. Немного надо объясню сливать, но... прохождение миссии. Диана нам сказала, что агент спецназа, вот он попытается забрать дипломат, который нужен нам. Сейчас еще раз поясню. Так, приглашение в посольство. Так, а вот посол, которого он потом убьет. Вот спецназовец-то, а? Как он мог убить посла? Вообще, если посмотреть, то агент спецназа обозначен как цель. Так же, как и генерал Зубков. Только вот мы этого агента спецназа убивать не будем, так как его вовсе не обязательно убивать.
И даже если мы не успеем забрать дипломат, то все, никакого стелса, миссия будет провалена. А на стелс эту миссию пройти важно, поскольку за нее в награду дают М-ку. Давайте посмотрим видос. Вот он, генерал Зуб прибывает в посольство. Что-то меня прикалывает. Зуб, кликуха, Зуб. Ну вы извините нас, что мы как школьники тут, Зуб, PSP-шки там. Вот-вот. Ну просто мы реально школьники. Так, вот наше снаряжение, но оно нам совсем ни к чему, но не нужно нам. Здесь мы будем работать боевым ножом, который сперли у Бардаченко. Да, бардачок Тойоты. Бардачка. Так, вот тут на пирсе мы начнем. И тут будет официант, про которого упомянул Брайтовский, но мы также его трогать не будем. Имбесси, это что такое, посольство что ли? Скоро узнаем. Короче, повторю еще раз. Надо убить генерала и перехватить посла, чтобы у нас не было проблем с агентом спецназа. Иначе миссия уже, считайте, провалена. Все, начнем. По-быстрому бежим на черный вход, во двор посольства, чтобы взломать дверь и пройти без приглашения. Ведь Диана сказала, что не удалось нам раздобыть приглашение. Мне кажется, Хитману пофигу. Если понадобится, он может вообще просто так пройти. Даже бесплатно. Ну там, смотря куда. Идем к главному входу в посольство. Странно, нам почему-то пропустят без приглашения туда. Даже не придется выпендриваться. Только вот единственное, что здесь вот не надо бежать, то сильный стук туфель будет, и тогда спросят приглашение там, стоящее у лимузинов. Все, мы в посольстве. И, кстати, эта музыка тоже хорошая, которая сейчас играла на улице. Спасибо тебе, Джеспер, если ты, конечно, это смотришь. Так, сейчас сверимся с картой. Смотрите. Вот агент спецназа, но его не трогаем, он вообще не обязательно его убивать. А вот посол. Я так понял, что он сейчас выйдет в фойе, где мы находимся. Поэтому мы должны за ним проследить. Вот он выходит. Сейчас мы узнаем, куда он направляется. Так, на первый этаж, да? Значит, сейф с дипломатом будет там. Хорошо. Наверное, человек нервничает, он все время оглядывается. Да не ссы в трусы, я не за тобой. Хотя... Ты миссию проходишь тем же способом, как и тогда. Готовьте хлороформ. И как только сейф откроется, сразу усыпляйте посла. Потому что потом, если сейф закроется, все, мы его не откроем. Даже с помощью кода. Я не знаю почему. Еще раз спасибо тебе, Блюстер, что ты сделал тут такую тупость. Ой, Блистер. Блюстер. Вообще, очень удобная выпала нам штука такая. Поскольку здесь мы одновременно и зубы замочим. Так, бросаем кейс, он нам помешает. Так, а где же Зуб? Он здесь. Пялится на эту. На нагибающуюся уборщицу. Вот грязная извращенница. Блин, я снова туплю. Я снова словопочу. Этот, Зуб, это походу реально слово. Зуб, это генерал. Вот словопища. Агент это который... В черном, это как у него там? Не знаю. Как по бабушке, его по батюшке? Спецназа агент. Берите боевой нож. Вот и все. Какого хрена? Ёлы-палы.
что же делать-то, а? Ну, вроде другого выхода у нас нету. Быстро бежим отсюда. Быстро, быстро! Вы ошиблись, это не я был. Я не убивал никого, это был не я. Ха! Трололо! Извините, что я такой выпендрёс просто. Приятно то, что... Такое вот ощущение в душе. Тебя спалили, а ты сбежал. В натуре. Трололо, фак е. Все, мы сбежали. Только вот я что-то засомневался, будет ли у нас стелс. Не знаю даже. Вот не дай бог не будет. Есть! Полный стелс. Нам дали... Че, ну вам, наверное, дали М-ку, а мне ничего не дали, поскольку у меня она уже есть. Сейчас посмотрим ролик. Кажется, у кого-то есть друзья в Японии. Значит, полетим в Японию. Всем пока, с вами был Егорыч. Это я уже у себя на Сицилии. Короче, встретимся у Хаямото дома. Всем пока.